Уже к концу года эти юные борцы смогут заниматься в новых и, главное, безопасных условиях. Центральный зал борьбы планируют отремонтировать. Необходимость этого назрела давно. Крыша течет несколько лет. Но, несмотря на сложности, тренировки проходят ежедневно. Только здесь борьбой занимается свыше 200 школьников. В этом году, благодаря краевому финансированию, зал приведут в порядок. В первую очередь у нас крыша, видите, как бы пятна там всякие. Плюс идет пожарная вся модификация, которая у нас не соответствует. И в прошлом году Роспотребнадзор у нас тут выписали некоторые моменты, что не было там фонтанчика в зале, должен быть вода там. Лестницу нам надо шире сделать, окна поменять все. Ну вот, в принципе, один из... Ну и самое главное, вот освещение еще тоже. Ремонт зала борьбы – не единственное долгожданное событие. В этом году на улучшение спортивной сферы Назарова потратят свыше 6,5 миллионов рублей. Сразу 4 крупные субсидии выделены правительством края. В этом году город Назарова получил максимальную сумму из всех муниципалитетов. Больше только у столицы региона. Такая серьезная финансовая поддержка стала возможной в том числе благодаря успехам местных спортсменов. 17 из них вошли в состав сборной региона. Для нашего города вольная борьба – базовый вид спорта, приносящий в копилку нашего города серьезные результаты. У нас и девушки с высокими показателями, и парни хорошие результаты показывают. У нас в течение года проходят краевые учебно-тренировочные сборы, где приезжают спортсмены со всего края и Сибирского федерального округа. В отделении адаптивного спорта занимается около 4000 человек – и взрослые, и дети. С каждым годом все больше назаровцев, которые имеют проблемы со здоровьем, приходят в спортзал. В этом году его доукомплектуют специальными беговыми дорожками и приобретут напольный керлинг, в который смогут играть даже инвалиды-колясочники. В первую очередь нужно желание, прежде всего, желание адаптироваться полноценно в общество, то есть как бы не быть замкнутым в себе. То есть, ну, спорт в этом очень сильно помогает. То есть неважно даже, что, допустим, у некоторых спортсменов, ну, занимающихся, может быть, каких-то ошеломительных результатов и не будет, но самое главное, что они улыбаются, радуются жизни. То есть как бы им это нравится, им это интересно. Это самое главное. 1 миллион рублей направят на оборудование клубов по месту жительства. Оставшиеся средства – это компенсация расходов спортшкол на участие в соревнованиях разного уровня. Сейчас, чтобы получить и освоить все региональные средства, администрация Назарова готовит документы и проводит аукционы. Будут определены подрядчики ремонтных работ и поставщики спортивного оборудования. После этого назаровцы смогут массово заниматься спортом, и тогда, возможно, в городе появятся новые чемпионы. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.